недалеком будущем. Мир превратится в пустыню. Одно агентство. Дело под номером 56672. Честер Хилл, белый мужчина, 73 года. Депортация назначена на вторник, 9 утра. Обещает спасение. Агент Ноа Кросс, Бюро человечества. В Новом Эдеме вас ждет новая жизнь. Я не дурак. Я знаю правду. Я был на званом обеде в Белом доме. Вкусно кормили, кстати. Популярность нового Эдема падает. Ходят слухи о тесных условиях и болезнях. Честер Хилл сказал, что знает правду. Честер Хилл – слабоумный старик. Рэйчел Уэллер – мать-одиночка, 30 лет, сын Лукас – 11 лет. Вас с сыном в рамках программы расселения отправляют в колонию Новый Эдем. Там вам будет лучше. Один агент. Люди в отчаянии, чистой воды не найти, урожая нет и не будет. Почему вы хотите остаться? Потому что наше с сыном место здесь. Узнает правду. Здесь ответы на все твои вопросы. Моего брата с женой депортировали в Новый Эдем 3 года назад. С тех пор я о них ничего не слышал. Что мы наделали? Надо уходить. Бери только самое необходимое. Не знаю, что Кросс задумал. Но он не должен преуспеть. Николас Кейдж. Друзей на пути вы точно не встретите. Если поедем на север, мы погибнем. Мы погибнем, если останемся. Это самоубийство. От прошлого не убежать. Беги! Бюро человечества. Да начнется революция.